Сегодня в стенах библиотеки Горького выставка необычная. Эти картины нарисовал не столько художник, сколько человек с творческой ноткой внутри. Они написаны Сергеем Демидовым, рязанским милиционером. Кисть в кабальон всегда держал с собой. И действительно, сколько я помню, с детства он всегда рисовал. Рисовал в разных стилях. Выставку работ Сергея Демидова организовал его сын Александр, заслуженный артист России. Он рассказал, что отец был скромный, поэтому картины дома не покидали. Сергея Демидова нет в живых уже 3 года, и работы выставляются в год его 75-летия. Память о моем отце, он сегодня представлена в его картинах, которые мы сюда привезли, разместили. Мы учредили ежегодную премию «Кисть в кабалье», народную премию Сергея Демидова. Народную премию так и назвали — «Кисти в кобуре». 10 июня состоится первое награждение. Часть работ призеров можно увидеть в зале библиотеки. И я очень надеюсь, что вот эта любовь к родине, к малой родине, она проявляется в работах наших художников, она проявляется в работах вашего отца, и мы сегодня это видели. И очень рада, что у нас появляются такие люди, меценаты, благотворители, которые любят и ценят свою родину и ценят наших простых рязанских людей. В этом году в конкурсе 2 номинации – художники-любители и художники в погонах. Главный приз премии – гран-при. Александр Демидов надеется, что премия станет регулярной. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».